Значит, вы хотите знать мнение Черной Бороды? Может ли новый капитан дать вам веселую жизнь, походы и добычу? Да. Из всех джентльменов удачи, поднимавших паруса в Вест-Индии, он один из самых хитроумных. Было время, я считал себя бичом божьим в этих водах. Но этот человек просто живет бурей и бедой. Я видел, как он один вырезал всех на испанском галеоне. Да, он сражался как бес, как сам дьявол. А еще он хитер. Он знает все здешние берега, как свои пять пальцев. Если вы охотники за удачей, Эдвард Кенуэй – ваш капитан. Только не суйте нос в его дела. Он хранит множество тайн. О них и я боюсь спрашивать.